Соперник идет на 12 месте, но играть им не вышлось трудно. Почему? Да. Соперник очень хотел нас огорчить за игру в первом круге, когда мы одержали уверенную победу. Плюс свое слово сказала Поля. Была очень высокая трава. ГР были и, так сказать, настраивались, что игра будет, как говорится, кость в кость. Такая она и получилась. Хорошо, что нам удалось забить и победить. Сегодня было очень много падений. Врачи часто выходили на поле. Это следствие Поля, и все-таки соперник очень жестко играл сегодня. И Поля, конечно, давала себе знать. Плюс соперник старался, как я еще раз говорю, нанести травму где-то в каком-то эпизоде. Из-под тяжка били много. Поэтому у медицинского штаба было сегодня многовато работы. И, кстати, у нас сегодня очень много предупреждений. Тоже связано с тем, что очень жесткая борьба была, наверное. Ну, плюс судейский где-то фактор, наверное, тоже сыграл свою роль. В каком-то моменте не стоит показывать карточки, я думаю, было. Но судья так решил, значит, уже мы ничего не поделаем. Ты по своей позиции, что у тебя самое сложное было сегодня? Для тебя лично? Ну, игра в оборону, ты же понимаешь, что и нужно было отрабатывать и в защите, и в атаке. Да. Не скажу, что соперник достал много хлопот. Было всего пару ударов, и то больше центральной зоны. Самое сложное было сохранять концентрацию всю игру где-то на этом поле. Плюс хотел очень помочь команде в атаке. Считаю, у нее и все получилось сегодня, но самое главное, что победили. Спасибо. Спасибо. Разумею, что я таки не один.